Пробивай живот же. Давай, работай, уже работай. Вот.
Вот так, еще. Лево, лево, лево. Лови, лови, лови. Вот угол, вот он где рабочий. Вот так, еще, за ним. Работает. Синий, по животу бей. Сзади. Лево, лево, лево. Еще, за работу. Лево, лево, работа, води. Води влево. Вот так, еще. Не заряжайся. Вот так, лево. Вот так, вот по животу не отпускай. Вот, и левой ногу включай. Куда, лава? Раз, лава, там горло, покажи. Живот, раз, раз, живот. 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 Вадим, взорвался. Левой ногу. Взорвался, разный. Вставай, работай. Вот, раз, работай, еще. Работай, к концу. Стоп. 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 Вадим, помоги, Вадим. Вадим, работай, дожди. Да, еще, еще. Руки на место. Убирай, сам рабу. Правосил. Вот, хорошо. Еще рабу. А в синем углу ринга к продолжению боя готовится кандидат мастера спорта Чумаченко Евгений. Боксеру 28 лет. Представляет команду города Харькова. ЗАЮ США номер 9. Боксом занимается 9 лет. Учет боям не ведет. Тренируется под руководством Вадлука Демченко. Вот так. Еще к нему.
Вот так, еще за ним пошел. За ним, еще за ним, терпеть. Право на встречу. Лево. Терпеть. Печень, Женя. Стоп, стоп! Делям, давай! А в этом бою единогласным решением судей победу одержал боксер синего угла Чумаченко Евгений Кальцев. Награждение проходит главный секретарь федерального.